Егор Клецов, школа номер 28, 3 А класс. Усачев, откуда вам приходит Новый год? Новый год светает с неба, или из лесу идет, или из сугроба снега к нам приходит Новый год. Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде, или прятался пушинкой у мороза в бороде. Залез в холодильник, или в беличье дупло, или в старенький будильник он забрался под стекло. Но всегда бывает чудо, как часы 12 бьют, и неведомо откуда к нам приходит Новый год.